На перекрестке дорог Ватутина-Стрелковая столкнулись два автомобиля «Хонда» и «Исудза». В результате ДТП машины получили не столь критичные повреждения, но водители не стали составлять европротокол и вызвали на место сотрудников ГИБДД. Кроме того, в этом ДТП пострадала еще железобетонная конструкция, которая удерживает дорожный знак. Авария случилась вечером. Автомобиль Isuzu Bighorn двигался с Нейбута на Стрелковую. Габаритная машина шла по главной дороге. Со стороны 20-го дома по улице Ватутина выезжала Honda NVGN. Поворачивала со второстепенной на главную. Из-за невнимательности владелица Кейкара не уступила дорогу своему оппоненту. В итоге Honda колесом ударила порог Isuzu. Внедорожник сошел с трассы и металлическим ободом уткнулся в железобетонную конструкцию, удерживающую дорожный знак «Пешеходный переход». Передо мной поворачивала еще машина, я за ней. Угу. Сначала посмотрела, никого не было, а потом выезжаю, смотрю, справа меня, короче, несется джип. Я влево, ну, мы буквально только моим боковым колесом столкнулись, и все. Это всякий случай тейл. Понятно. Касание было теперь, да? Ну, колесо, ну, то есть у меня никаких повреждений нету. Уходя от столкновения... Вот результат. Знак «Пешеходный переход» поправил. И все. Вот они все подробности. Как чувствуете себя вы и ваша машина? Ну, слава богу, моя машина крепкая. Пострадал только металлический обод и бампер. Вроде бы все. Скрытых не знаю. Видимых повреждений нет. Но девушке повезло. Она уж тоже вовремя, наверное, увидела. Только колесом вот порог задела. Участники происшествия не стали оформлять европротокол, вызвали на место ДТП сотрудников полиции.